Вон они, вон. Эти мощи летят. А, вон еще. Господи,
этот мир у Твоему даровал, и сам, Господи, упокой душу усопших, раб Твоих, всех здесь лежащих, отсюда православных христиан, усопших надежды воскресения жизни вечной. Заяц пробежал, хотел заснять его, немножко не получилось, не успел. Всякое согрешение соединено имя словом, делаем ли помышлением, яко боги человека любит Бог простит. Яко не человек жив будет и не согрешит, ты бы один кроме греха и правда твоя, правда во веки и слово твое истина. Яко ты еще воскресение жизни покой усопших раб твоих, Христе Боже, наш тебе славу воспеваем. Да безначальным тем отцем и пресвятым Богим и творящим тем духом ныне пресной во веки веков. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабом Божьим, где лежащим повсюду православным христианам, усопшим надежде воскресения жизни вечной, и сотворим вечную память. Разделялись и кладбище, потому что верующие разделялись так. Были старообрядцы, киржаки, то есть беспоповцы, старообрядцы. И так называли мирские, то есть православные их называли мирскими. Вот это мирское кладбище, а то старообрядческое. Люди жили вместе, все. Но когда умирал человек, то здесь доходило даже до очень сильного спора, где похоронить, на каком кладбище. Каждый был, он здесь был, наш жил вроде бы, а если он переходил в другую веру, то говорит, а он в нашей вере, он говорит, больше в нашей был. И вот был такой даже спор возникал из-за этого. Вот так вот. Нет, а было такое вот, умер отец, рассказал, татарин какой-то был, говорит, пришел кто-то, пас коров, и он умер. То его ни на это, ни на то кладбище не пустили, похоронили где-то вот там, говорит, на бугорке похоронили. Ни на это, ни на то кладбище никто не пустили. Его отдельно там. Да. Ну, так было. Пока живут вместе, грешат все вместе можно. Молиться вместе нельзя и мертвым лежать вместе нельзя. А пока вместе все пьют, все грешат, все вместе было. Ну так, все. Братья, идемте. Сейчас, ну, сейчас я еду в Корсу. Сейчас сразу там океан. Слава Христу. Ну, давай вот там. Прямо откроется.